Рохма. Комаров назад. Йокипака снова набрасывает от ворот. И шайба перед воротами и в воротах. В итоге третье реализованное Сибирью большинство в этом периоде. Правда, не Комаров на этот раз, но Данил Романцев. Отчего Акбарсу, безусловно, не легче. 3-0 в пользу сибиряков. И, кажется, мы сейчас увидим выходящего на лед Адама Рейдеборна. Безобразная игра хоккеистов Акбарса вблизи собственных ворот. Все три шайбы с пятака. И чем-то мне этот матч начинает напоминать игру в Хабаровске. Тогда на первый период команды тоже уходили при счете 3-0 в пользу Амура. Но вот посмотри, сколько времени у Романцева. Он и шайбу выковырил из-под Мифтахова. Он и подработал ее под неудобную руку. Он ее еще сумел усмирить, укротить, да, и нанести прицельный бросок уже по пустым воротам.